Социальные сети буквально заполонили нашу жизнь. Просыпаясь утром, мы первым делом берем в руки смартфон, перелистываем гигабайты значительной или незначительной информации, делаем репосты, ставим лайки и пишем собственные посты. Но кто из нас задумывается о последствиях публикации в интернете? Любой пост в социальной сети может изменить жизнь автора. Так, например, недавно один из студентов экономико-правового института в Воронеже оказался осужденным за репост социальной сети ВКонтакте. Александр учился по направлению уголовное право, писал диплом об экстремизме. Экстремистским постом является материал, который пропагандирует какие-то левые или радикальные взгляды, побуждающие людей предпринимать какие-то опасные шаги и шаги, которые могут угрожать другим людям или государству. Картинки, размещенные им в социальной сети для дипломной работы, приняли экстремистскими, за что студент получил обвинение, и ему выписали 2,5 года колонии поселения. Студент, выкладывая материалы, просто проводил пропаганду тех или иных взглядов, и это уже привело к тому или иному развитию событий. В Казанском федеральном университете проводится ряд профилактических работ, связанных с этой темой. Так, Андрей Мельников стал инициатором конкурса «Безопасный дом России», цель которого – профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма. Формат конкурсных работ различный. Участие может принять любой желающий. Лилия Аскарова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.